В эти дни в стране набирают обороты компания «Абитуриент-2024». С целью ознакомления будущих студентов с возможностями получения высшего образования в вузах нашей страны и зарубежья, по инициативе Министерства высшего образования, науки и инноваций был организован пресс-тур «Итоги реформы высшего образования», в ходе которого представители центральных печатных изданий, телевизионных каналов и интернет-порталов 9 июля побывали в алмалыкских филиалах Ташкентского государственно-технического университета имени Ислама Каримова и Российского университета науки и технологий. МИСИС. Участникам пресс-тура были представлены условия, в которых проводятся учебные процессы, рассказано о достижениях студентов и педагогических составах вузов, научном потенциале, оснащении кабинетов и лабораторий, а также о работе приемных комиссий. Гости имели возможность побеседовать с руководством, профессорско-преподавательским составом и студентами филиалов. В алмалыкском филиале Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова во время экскурсии было отмечено, что сегодня он является одним из ведущих высших учебных заведений по подготовке квалифицированных конкурентоспособных инженерно-технических кадров для горнодобывающей промышленности республики. Сегодня филиал располагает тремя факультетами, на которых обучается 5988 студентов. С начала работы филиала в общей сложности 9 студентов стали обладателями государственных стипендий имени президента Республики Узбекистан и Беруни. Около 10 студентов стали победителями соревнований, проводимых Министерством высшего образования, науки и инноваций. На 2024-2025 учебный год это высшее учебное заведение принимает студентов по специальностям горные работы по видам деятельности, горная электромеханика, химическая инженерия, металлургическая инженерия, технология металлов, технологические машины и оборудование, машиностроение, электротехника, энергетика. На пути подготовки конкурентоспособных кадров для горнодобывающей отрасли филиал ведет постоянное сотрудничество с крупными металлургическими предприятиями республики, Алмалыкским и Новоицким горно-металлургическими комбинатами, Узмедкомбинатами, АО «Узбеккумир» и «Амафос Максам», а также другими производственными предприятиями. Не менее интересной стала программа посещения алмалыкского филиала НИТУ МИСИС, который с 2018 года готовит высококвалифицированные кадры для горной и металлургической промышленности Узбекистана. Представители СМИ страны ознакомились с деятельностью филиала, где в настоящее время обучается более 850 студентов из всех уголков нашей страны. Инфраструктура филиала позволяет проводить исследования в области металлургии и горного дела. В филиале функционирует более 20 специализированных лабораторий и центров, оснащенных современным оборудованием. В 2024 году к уже действующим направлениям «Горное дело», «Металлургия» и «Автоматизация технологических процессов» добавятся две программы бакалавриата «Экономика» и «Информационные системы и технологии». Подчеркивалось, что совместно с бизнес-партнерами здесь ведут научно-исследовательскую деятельность, разрабатывают образовательные программы, организуют практики и стажировки для обучающихся, реализуют инфраструктурные и социальные проекты. Знания, навыки и компетенции, приобретенные студентами алмалыкского филиала НИТУ МИСИС, являются прочным фундаментом для построения успешного профессионального пути.